А кто на какой клан нападает, еще раз скажи. А мы сталкер, то есть я сталкер против Гов. Ты что, реально сталкер? Да. Какой у тебя голос, парень? О, ты сталкер, я Гов. Сталкер, сталкер. Кстати, неплохая база у Гов. Двойные стены. Сталкер, хуялкер. Не обижайся. Мы, ты же знаешь, что это мы так шутим, на самом деле. Ну давайте, ребята, бомбить уже. Меня, в меня кто-то какой-то смелый стрелял. Где этот парень? Так никто не знает еще, что ты такой. Сейчас я Гов, короче, хлебом закидаю. И никто не знает, что хамстер креатив. Ах, бедняги. О, все, сейчас будет мясо. Мало видео смотрят, парни. Тихо. Только слышишь ты, не мешай. Ну, то есть вообще ничего не делай. Я не мешаю. Кстати, классно, смотри, они еще так этим огородили. Угу. Кактусами. Ты не думаешь, что это как бы дюб, столько кактусов? Нет. Это ходить. Ой, блин, твари. Столько ходить, столько их собирать. Можно еще... один просто посадить, и они все вырастут. Ну, там у них база, хочу посмотреть. Пацаны не будут против, я уверен. Ты ванишь-то? Давайте ваниш включу. Короче, я внутрь зашел. По мне какой-то псих стреляет. Ну все, не мешаем, слышишь? Я не мешаю, я абсолютно не мешаю. Вот видишь, я смотрю, как они дерутся. Ну хорошо. Кто кого скинул? Дайте мне меня Гов скинули. А, так что-то они посильнее тебя, мне кажется, что они доминируют. Давайте, все, сейчас будет. Кого-то из вас убили? Нет, никого пока. Парни. Что у них тут? Это вы в алмазке, да, к ним пришли? Да. А, ну тогда им капец. Кто там так креативку просит? У них, кстати, хороший клан такой, да, действительно. Другой Антон. Нужно было в них вступить и помочь им. Понеслась! Сталкер. Так, блин. Ой, ребят. Опа, прикинь, у нас силы 105. Из скольки? Ну, я не помню. Из 110. Зачем вы так друг друга не любите, ребята? А фалс 13 же у вас был главным, нет? Ну да, он сейчас главный. Но его сняли с модерки. Нет, он модер у вас, сталкер. А, ну блин. А у тебя ник сталкер 1-2-2-1. Ты лидер клана, да? Не, я не лидер, у меня... А, ты легенда. А, ясно. Ну я просто легенда, у меня 185 киллов. Ну, а, так ты... Ты в топе сейчас, нет? Да, я первый. А, крутой. Ну, я просто хотел Винсента обогнать. Винсент, кстати, вообще-то такой идиот. Он, короче, у нас был в клане, он вышел, мы хотели его слить. Ну, а чё он вышел? Вот, он что-то нас там обзывал. Он начал, короче, под себя блоки ставить, но он не смог ставить. И мы начали его бить, но он не бился вообще. А у вас есть там ТНТ, чтобы взорвать, нет? Ко мне такой админ такой подлетел, значит, такой хочет мне что-то сказать, наверное. Мне кажется, он знает тебя. Хорошо, что знает. Сейчас такой бан будет мне. У вас есть, нет? Защиты. У вас есть динамит? Да. Блин. Бомбите их, а то неинтересно как-то. А если я застрял? Не могу выбраться, не знаю, куда идти. Прыгать. Не, сейчас я буду более пафосным. Ну, я прыгну, короче. Ого, он сильный клан или нет? Гов неплохой. Ну мы самые тащерские, мы всех тащим. Почему вы так друг друга не любите? Ну это закон кланвары. Ты же сам говоришь, что тебе это не очень нравится, что там прям такое там матами 13-летние ребята друг друга поливают. Ну а что делать? Ну просто все говорят, что мы такие борзые, что вы завидуете, что мы такие крутые. Вот это каждый абсолютно клан говорит. Что, в сталкер зайдем, да? Сейчас реально сталкер, это самый топовый клан, у них 11 человек. У тебя на сервере всегда... Сталкер самый топовый клан, я тебе серьезно скажу. Да? Да. Посмотри свои видео. Отлично долетело. Ты рассчитал. Мне Ваня Раргард звонит. Сейчас я отойду, я закрою ключу. А, вот прикиньте, как это долго пацаны строили, тут сейчас такая бомбежка, вот бедняги. Да не, это не долго строить. Это можно за 2 часа все это. Так, мистер. Она ж не из обсидиана построена, а тупо булыжник с песком. Зачем булыжник и песок? Не, чтобы 2 слоя булыжника там. Да, нет, чтобы вообще 3 там. Ну, база двухслойная.
Да и вообще, зачем они два слоя? Ну, все равно красиво так более-менее построили. Слышь, оба-коба, к нам сегодня Галкин, короче, пришел, забанил нашего друга, забрал у нас алмазы, железо. У нас железо было так себе немного. Знаешь, что я вспоминаю? Извините. А ты сейчас снимаешь? Да. Привет, Ютуб. Сейчас скорее подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на Антона канал, ставьте нет, лайк. Нет, на свой я имею в виду. А у меня нету канала. Ну, точнее, у меня есть, но я не снимаю. О, ну вот, чуть-чуть осталось уже, песок почти вот здесь. Вот. И все. Ну, ребята, ну примите ТП, тут в ловушку упал. Что так темно-то на этой жизни? Постройте, слышите, постройте повыше и... Прямо внутрь туда забудете. Намного, и прямо внутрь, да, будете. Динамит. Да, конечно, сами виноваты, не вырезай, нифиг дюпать на сервере. Ну, окей. Мы, короче, к ним прилетели, ребят. Не, все, потом расскажем. Потом да. Расскажем, ладно. Все, абсолютно все в клан просятся, пипец. В смысле? Ну вот, пишут мне, ну, да, да, да. Возьмите там, я крутой ПВП, нет! А чё, как вы вообще в клан к вам попасть? Не знаю, но это все надо спрашивать у этого. Можно как-то измерить. Когда Фалс 13 был этим главой, я с мультиака заходил, ну, со второго аккаунта, и писал прими в клан или что нужно для того, чтобы прими в клан, просто игнорировал и всё. Как интересно, 13 лет адекват. Я напишу сейчас 15 лет адекват, интересно, возьмут. Да нет, просто... Блин, что-то хотел сказать. Вылетело из головы. Да кто меня бьет, невидимка? Да, да, вот как может измеряться крутость ПВП в Майнкрафте? Я понимаю, там где-то в КСе, там, то есть, крутость скилла, или там в Доте крутость скилла, как вот в Майнкрафте, это ж, ну, блин, тыкать на одну кнопку, мечом бить, все. Уворачиваться все равно. Ну да, луком попадать, да, ну, да. Ну блин, Док мне кажется, немножко еще чуть-чуть продлить, мистер Иван. В конфе сколько человек? 5 сейчас разговаривают, только 3. Администратор проекта тут. Мистер Иван, сделай дальше, в длину. Угу. Франки Ио, это из Сталкера? Да, да. А. Он нас в дюпе обвинял. Кого? Франки Ю, нас. Или нет, это Бенджи Банан, или как его там, короче. Коба. А к нам сегодня Галкин пришел и забрал все железо и алмазы. Ты уже говорил. А вот за что он так? Он все, абсолютно все железо забрал. Чего вы так Галкина не любите? А что он нас все забрал? Вдруг нас олечет, что мы еще будем железку крафтить? Железный сет. Разберемся, короче, ребят. Почему ты рычагами подрываешь? Не проще луком? Ох, как хорошо запустил. Угу. Только нет. Только нет. А, ребята, посмотрите, там они закончили или они еще воюют? Они? Да. Один человек что-то пытается сделать со стеной, крайне неудачно, кстати. Он хотел, ладно, побегу. Короче, пока вообще ничего интересного. Что-то парни пытаются себя показать. Ха! Он неправильно подрывал. Ну, ладно. Капец, я вообще не понимаю, как так можно долго подрывать. Да там ее подрывать-то за несколько секунд. Ну, просто ставишь, делаешь и все. Повыше поставишь, чтобы дальше бомбануло. А рычаги... Смотри, Антон, все еще стрела не попала. Я, короче, его так не слышу, сейчас мне интересно, попадет в парня или нет. А мы что, воюем? Знаешь, так можно себя попасть? Да, да, да. Я, короче, пытаюсь в парня. Фолс 13. Почти попал, лол. Вам, слышите, вам надо с лицевой стороны сейчас просто кинуть динамит вот сюда, вот на крышу. Да, давайте я вам помогу. Че, реально поможешь? Ну просто сейчас один раз запущу это. Ничего такого не будет, да? Ну, не знаю. Будут обвинять, вот что оба вам. Да, конечно, ну что, я ничего не понимаю. Ты сейчас она не долетит. Долетит.
блин. О, ну понятно. Ща. Мастер расчета. Я вещь, я на свободных землях, то есть. Гений геометрии. Что? И расчета параболы. Ща смотрю. Да блин, продлиты в длину, а не ввысь. Не, если в длину, тогда это уже будет админской. Меня хихкнуло. В группе делать опросы насчет того, что хотят видеть на канале там. Чтоб ты знал, что пилить. Майнкрафтом хотят видеть. Не точно. Я хочу сейчас, чтобы онлайн поднять до 100. И тогда уже что-нибудь другое буду снимать. Тихо, нет. Я видел там GTA онлайн опять просили. Ну, давай запишем сейчас. Да нет, да просто, то есть ты читай, как бы можешь с менеджером записать. На баги обзор. Меня тогда забанят и там, наверное. И на ютубе. Нифига себе, у них там в базе копошатся. Это все вы? Как вас тут мало? А и что вы сейчас будете делать вообще? Затапливают базу. А смысл затапливать? Ничего. Все разрушать, просто все разрушают. Мы можем, наверное, заходить, у нас сила большая. Да, где у них тут нычки, надо зайти посмотреть. Я хочу увидеть их нынче. Слейте просто одного и захватите землю и открывайте. Так они трусят, они не выходят. А одного клана мы сегодня нападали. Смотрите, пацаны, там... вы так не можете. О, там вообще у одного клана не было дверей, ну, вход в базу. А я, короче, зашел к парням сейчас такой, типа, сейчас им солью инфу. Пацаны, они все в алмазах, бегите, пацаны. Ты тут сам в золотой броне, блин. Джонни Райдер. Ходишь, всех пугаешь. Открывайте, пацаны. Все сейчас подумают, что за идиот вообще. Золотая броня. Пусть попробуют, я посмотрю, кто из них идиот. Коба, сними это выживание с подписчиками. Парень, ё-моё. Отойди отсюда. Чё, пацаны, как оно? Как же тухо? Коба, открой дверку. Нет. Беги, все в алмазах, бегите. Хамстер, открой дверку. Не могу. Или у вас уже сила большая? Сами откройте. Вот именно. Бегите. Топовый клан тоже, мне даже дверь не могут открыть. Бегите. Друзья, бегите. Я вас спасу. Мы не трусы. Я сейчас гейм-мод сделаю, они не смогут вам ничего сделать. Убегайте, ребята, быстрее. Давайте. Ой, нифига, у них тут ловушки. Ты заходил внутрь, Антон? Сейчас я где-то. У них тут капец круто. Смотри, там булыжники раздвигаются, они через главный вход. Я не хочу, чтобы базу разграбили. Я тоже не хочу, я буду защищать этих парней. О, так это вот сегодня утром, это было... Я тпшился к этому багсбане. Это вообще не база одно была. Видите, как за день? Вот что значит не пойти в школу за тот день целый. Пацаны, я сейчас вам золотые мечи раздам, вы им дадите, говорю. У нас есть алмаз. Золотой. Я им сейчас зачарю, как у Кобы меч сделал. Да не надо ничего им чарить. Да знаю, да не сыты, ничего не будет делать. Ты вообще тут смешишь. Сейчас они просто... Ты правда? Ну кому-то зажигал портал в этот ват? Нет. Кому я зажигал? Ну кто-то говорил, что ты зажигал. ЛБД, по-моему. Что-то капец у них там. ЛБД, я вообще даже не знаю, как у них база. Капец у них там нищета на самом-то деле. Ну, все равно снаружи и по ловушкам клан нормальный. Ну, да, то есть... Они более-менее преследуют тему, а то не делают так. Под землей, блин, помнишь? Один клан просто дюпает, да, а другой клан, блин, под землей делает базу. Да, вообще. Это вообще. Кумстер, сюда тут нычка. Кумстер, бежит. Давай, парень, где? Хумстер. ТП Джонни Рарвард. Давай, показывай нычку, где она? Ну, быстрее. Быстрее, они уже заходят. О, все там сейчас. Опа. ПВП, надо снимать. Бегайте. Блин, у меня еще броня в жопу сломана, боюсь слиться. Бегите. Вообще, конечно, по-хорошему им надо покидать базу, но это как крыса будет вообще. Сейчас я напишу им. Нычки. Сейчас, короче, прокопайте под землю проход и, короче, на шифтом сядьте, тогда видно. Это что с булыжником тут произошло? Блин, я, в общем, вчера Ростику сказал, что я Джеба боюсь, а он это всерьез убил. Еще Джеба-то боятся. Ты видел, как он в доту играет, кстати? Да. Прокал кончен, он вырежешь потом. Нет. Пусть он на тебя еще агресс. Да нет, да блин, просто, ну, капец, это было ужасно. Он за Тини играл.
фидел. Сейчас бомбить будем, сейчас бомбить будем. Бомбить, у вас сейчас будет бомбить. Не будете вы бомбить, его сейчас просто бомбанят. Они сейчас вас тут принят, у них тут такие булыжник везде. Дэн Майнер это... А, это из клана. Вов. Сейчас знаешь, что можно хитро сделать на самом деле? О, неплохо. Все, не заходит через верх. Бегите, дурачки! Джонни, беги! А, они все, они уходят ТП, все. То есть, крутой вот, разгром, кстати, да? База ваш. По сути, крутой вообще разгром, грамотный очень. Сильно. И даже в ловушке не попались никто. Причем тут грамотно? Джеффус, он что-то пытается еще сделать. Ничего, но... ничего грамотного не было. Просто, блин, алмазка, динамит, их много, и, блин, тут шансов не было. Все равно, знаешь, как нубят все они, ну просто некоторые кланы. А как могут стены остановить людей с динамитом? Скажи мне, пожалуйста. Не, слышишь, некоторые кланы стену взорвали, упали вниз и ничего делать не могут, потому что ТПшнуться в пределах врагов нельзя. И их просто сливают там как раков, и все. Все, ну, мы на крыше. Сталкер же все дела. Зачем вы воду? Вы что, совсем что ли? Зачем вы воду-то убираете? У вас люди ползут, а вы воду убираете. Ой, извините, это наша тактика. Сталкер, тактика сталкера никогда не подвела, как я знаю. Да. Убирать воду с воду с экрана. Да, это тактика у парней. Они считают это мега забавным. Парень, давай я тебя подтолкну. Парень, давай! Все, типа, захватили или что-то еще будет? Не, еще сейчас будет тычок. Офигеть, фалдж вообще дюпер, что ли, или что? Отойди. Какой дюпер? Поднимайся. Ну, куда ты пошел? Франки, тупой. Индюк, я ему... Сталкер, кстати, противник гоп моего клана. Гоп? Опа! Пацаны! Вы что, тут наши противники? Надо было помогать. Подождите, сейчас мы пойдем алмазку начарим. Опа, давай, бери алмазку и гол ПВП. Нет. Чё с тобой ПВПшится, неинтересно даже. Да. Ты не задумывался, что он просто может взять стак золотых яблок, зачарить алмазку, она будет в два раза круче, чем твоя, и убить тебя. Есть еще команда килл, кстати. Изи просто. Ну чё они сыкуют там? Выходит. Почему клан Сталкер называется? Не знаю. Кстати, название неправильное, там с точками все должно быть. Сталкер, блин. Я вообще люблю Сталкер, тут какой-то майнкрафтский Сталкер. Сталкер это не относится к игре Сталкер. Вообще, по идее, Сталкер это книжка Сталкер, ну да ладно. Что-то там еще пытаются кто-то. Они игра. Что ты пытаешься сделать сейчас? Миша будет бомбить. Ты опять что ли TNT все заложишь? Короче, все, клан. Ой, фу, клан. Клан разгромили их. Был классный клан, его взяли. Не, ну может они еще нас сольют. Когда? Нет. Леонид. Так захватывайте землю уже, че. Ча, я не буду. Не, Антон говорил, что он от вас ушел из-за того, что типа это. Что вас бомбанули. Разгромили. Ну да. Я всегда ухожу, когда клана нет. Смысл в нем еще оставаться. Ну вот они поднялись и опять со мной. А, кстати, когда только сервер открылся. Вроде же я в сталкер, да, пошел, мы в деревню начали. Да, да, да. Сейчас посмотрим на парней, как они будут. А, блин, прям ТНТ около меня пролетело. Я парня в ловушке оставил. Конечно, он может легко это пропрыгать, вот ему испытание паркура. Все, в общем, клан разгромлен. ГГВП. Все. Мне Лихан пишет, все, мы тут. Кстати, интересно, у него по-любому друг не стал этим мэром. До свидания.